В городском округе Люберцы прошел заключительный в этом году форум «Управдом». Участники встречи подвели итоги проделанной работы и поделились планами на ближайший период. Подробности далее. Организация проведения электронных собраний собственников жилых домов – одна из тем в повестке управдома. В этом году городской округ Люберцы выполнил все плановые показатели и вошел в число победителей премии губернатора Московской области «Прорыв года». Наибольшие показатели по регистрации новых жителей в системе ИАС ЖКХ показали компании АО ЛКЖТ. Почти 6 тысяч человек за полгода было зарегистрировано. ООО «Содействие» – около 2500 человек. УК «Наш дом комфорт» – 1100 человек. Хотел бы сегодня обратить внимание представителей отстающих управляющих компаний на необходимость начала работы с населением по вопросам регистрации в системе ИАИС. Обеспечение газовой безопасности в многоквартирных домах – вопрос особой важности. Городской округ Люберцы обслуживает компания «Юникон». Сегодня под ее ведомством около 80 тысяч квартир, оборудованных газом. Основная трудность – это у нас обеспечение доступа в то или иное жилое помещение. В основном это касается частных квартир для проведения договоров технического. Система автоматического контроля загазованности, где мы сегодня в рамках поручения правительства также обеспечиваем установку в 4410 муниципальных квартирах. Остаток будет установлен в 2023 году. На встрече также подвели итоги партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и наградили победителей конкурса «Лучший дом, лучший двор». Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.